Итак, мы продолжаем наш концерт. Как, кстати говоря, Гриматрина обращались тут к пресс-релизу, выпущенному в геометрию, потому что не хочу перепутать факты. Не хочу перепутать года. Порядок слов и так далее, что необразительно, поэтому приходится обращаться к первому источнику. А так я бы весь вечер развлекал своими плоскими американскими шутками. Хотите? Нет. Да, вы только русское что-нибудь. Так, теперь следующий артист. Ксения Федорова. Которую не так часто балуют московскую аудиторию появлением из Питера. Почему? Так получается. Так получается. В основном Ксения выступает в составе своей группы, которая называется... Купит маги. Знаете так? Да. Что так не уверен? Хорошо. Значит, группа появилась в Питере в 2003-2004 годах, правильно? Ну, где-то так. Что где-то так? Ну, не в 83-м же, правильно? Нет. Чудачество, контрасты, экспрессии, выставки. Как бы ни к селу, ни к городу, но без явного хулиганства и ерничества. Есть. Есть такое дело, да? Ну что же, представляю вам... Редкое появление в Москве из Питера Ксения Федорова.